И выключен. Да? Да. Подожди, он дверь закрыл, он типа охоту начал, что ли? Не. Я включил сейчас. Камера. О, череп, здравствуйте. О, ептеть. Ну ты ебанутая, блядь. Может, еще за руки возьмемся? Прям как клуб анонимных идиотов. Так, значит, раз, два. О, еще и крест. О, подожди секунду, еще и ты, ля. Заебись, вот да, сейчас зашли. Это Ханту, да. Это Ханту, сука. Может и не Ханту. Кто-то хочет на фотосессию. А, ой. Баря, 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 Баря. Блять, я не понял, что это охота, пиздец. Так, надо на кухне. А я тут в шкаф печеньки спрятал. Можешь даже не искать. У меня ага, повелась? Угу. Так, ладно. Зажги, блять, зажги. А, все, все, понял, Андрей, давай, пока. О, взаимодействие. Да какое? Вот, вот. Все засчитал. Все засчитал. Погнали отсюда. Взаимодействие, ёптись. Взаимодействие, блять. Не, ну я выбрал демона, это очевидно. Ну давай я раз пять тебя притащу, хорошо. Не, не надо. Ну блять, задание такое не дай, дай помотить его. Есть задание. Ой, началось. Иди, 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 иди. Пугался, бедолага. Тихо, о, бля, здрасте. Друг друга сфоткали. Взаимодействие, взаимодействие. Даже заеби, нормально. О, хочешь еще взаимодействие? А, ну неплохо, ты придумал, бля. Мы дал три взаимодействия подряд, вот это я понимаю. Что? Каким нахуй образом вообще? Ты ж был Диогеном. Подожди, мимидж, что ли, блядь? Это мимидж, сука. Гандол. Да, да, это по всем признакам близнецы. Быть? Батрюк, да? Пиздец, я его уже, блядь, в спальне не слышу. Ебать, миллион. Блять, мне похуй, да? Ну все, натренировался, могу любого призрака определить тупо по шагам. Я уже различаю даже мороя всяких. Дурак, что ли, блять? Уже охуел. Мудак, сука. А ты, Андон. Нет тебе, Давид. Бери. Ты чё, ебанутый? Дурак? Лысая башка твоя видна была. Ну понял, что ты полтер, нихуя там разбросался, блядь. Тихо, потрогай, всё. Сюда! Мразь обаке. Да видел я, видел. Ты в деда превращаешься и топор поднимаешь. Ну все, призрачи, начинайте бояться, а я как бы прогрессирую. Блин, мне так одиноко одной на кухне, вот бы кто-нибудь пришел и... А, да? Так, ага, помацаем, шо у нас там? Сфотографировал, паранормальное явление светилем встал. А, чё, погоди секунду, что? Так у меня микрофон включен, в фургоне лежит. Так, подожди, а я здесь уже стою сколько-то?
Ну, 10 стою, на охоту вообще начинать будет. А, так это походу... Это тень на кухне живет. И не даю охоту начать. Ля. Фотосессия кончена, с вас 200 рублей. А свет не выключается совсем. А. Шу, блять, сука, не могу. На тарелку, на еще тарелку. На тарелку. Уку, она ее отбила или да и по башке? Сука, ну. 19, 20, 21, 22. Ага, попалась, блядь. Соси. Сука, в смысле взаимодействия? Блядь, хорошо посмотрел. Ну это горю. Типа, у меня других вариантов нет. А это может быть и Андрю. Призрак работал швейцаром. Ну, Полтер, сделай что-то. Исполни свое предназначение, снизойди на... Пойдет. Все правильно. Пойман мирный в доску. Ну, встанем в его комнате, он, блядь, вообще нихуя не сделает. О, бля! Спорим, он мирный, блядь. Я удаляю позмофом, если это горя, если не шучу. Давай. Я тоже. Это have to be mimic. Ну, блядь, ну должен быть просто. Может, он сон наступил? Горё, блядь, какой горё, нахуй, какой горё! Я ебал... Блядь, она же на меня нападет. Я забыл. Диоген Диогенович, блядь. Да, здорово, блядь. Ищи себя, блядь, в прошмандовках. О, три. На, блядь, кружку захавай, блядь. О, вернула обратно. Кладовку открыл. А где текстуры? Призрак пытается обнажить недочеты разработчика. Кстати, зачем она вообще... А, о, понятно. Я бы зашел на тебе 14. Все, о, да. Давай. Сейчас я... Сыпь в 3. Давай. Бахай. Да блин, она же отвернется. Ебать, она... Ну не, она не наступила, но она не наступила. Фук, давай, давай. О, блядь, тяжело. Выть. Работаем. Извините, я тут намусорю чуть-чуть. Понял, не понравилось. Не туши. Иди себя, красавчик. Она сейчас ходит. Что это? Ой-ой-ой. Подожди секундочку, мне мясо надо в духовке проверить. Вроде нормально. Так что, короче, третьего уровня фонарь — это пища просто. Сейчас я тебе покажу. Так. А ты где? Бля, камера прям показывает, куда она идет. Она по фойе сейчас идет. Да, она по фойе. Смотри! Ебать! Это же имба! Это светильник. В Новиграде будет огни видать! Ну пойди уже, может, хватит. Если ты не мимик. Понял, что это фантом, но ты сейчас увидишь, но точнее не увидишь. Но точнее не увидишь. Я узнал тут, что YouTube показывает, знаешь, как полоска чести в Red Dead Redemption. Полоска чести. Есть полоска соблюдения этих... Карма. Этих... Правил сообщества. У меня зеленый, трансфактор на YouTube. Я хуй знает, блядь. Я бы красный тебя поставил. Я бы тоже, но у меня зеленый. А чё, я же сфоткал картину. А где картина? А, нихуя. А теперь это взаимодействие. Я просто смотрю на свечку, чтобы думаю, может потушится, и она потушилась. Ну, если что. Спасибо, Саш.
все, по-моему. Ого, Ghost Event. Я в ФНВ такое только что видел, как этот Ghost Event полетел. Просто огромный. Я тоже самое видел, я тебе отвечаю. Да, все, взаимодействия больше не дают. Распять вообще. О! Здорово, блядь! Попался? Да, он не исчез, мне кажется, он исчез. Здорово. Смотри меня. Сейчас хочется услышать второго близнеца все равно. Второй близнец может, кстати, с другого места начать. Да, я знаю. Свет полностью выключил. Да я только в подвал спустился. То я его смажить буду, он может тебе потом пойти по приколу. Я убегу, я сразу побегу. О, бросается. Да что-то близнецы какие-то неактивные. А, вот сейчас, ладно, ладно, все, верю. Я за все подсказал. А уж не бля, сфоткай меня с ней. Давай, вот так. Покажи мне, покажи мне позицию. Вот так, жопу, давай. О, да. А спорим, сейчас дух будет? Давай спидран духа. Ну. А, надо выйти, зайти. Спидран духа. Отвечает. 100%. Дух! Красиво! А, заебись. Чё? Открой фотки, блядь. Видишь, где сожжённое распятие от Нёрочка? Это я фоткал картину, которая упала. А видишь, где крест? Это я фоткал крест, а там взаимодействие.